Так, доброжелатель, 40 рублей. Макляка, жук еще тот. Человек хотел помочь, а он взял и урок слил. В хейт-группе нарезали. Вот это типа смешно. Посоветую Александру страйк кинуть. Ну, посмотрим, на самом деле, какие у этого всего, так сказать, будут последствия. Спасибо, доброжелатель, за Донателло. Эмма Вайтрова, тоже спасибо за донат. МБ, успеем. Постараемся успеть. Китайское веселье, HTTPS, двоеточие, слеж, надо прям четко в 9 уже перебегать, чтобы четко в 9 прям. Точка, чем, слеж, вач. Вы равно спасибо всем за комментарии, лайки, подписки. Спасибо тем, кто заходит на стримы. М, подчеркивание, лова. И самое большое спасибо донатерам. Давайте глянем лучшие моменты, интересно. Вот, блядь, сейчас должно пойти. Короче, это дерьмо, что сейчас происходит, это не идет во время урока. Короче, отставить, блядь. Стоп! Замри! Видишь, у меня все получается нормально. Маховик говна, короче. Вот, ты уже прогрессируешь, уже лучше получается. Короче, да, видишь? На руке вот эта херня. Видишь, да? Короче. Это чё? Покажи полностью. Ёбаный хер, блядь. Дерьмо полное, блядь. Теперь, блядь, понятно, почему у тебя такой херовый звук. Слушай, тебе нужен нормальный, блядь, ну, по размеру, да. Короче, вот такой хуйнёй, короче. Короче, блядь, кистью как будто вот так. Вот этого движения кисти. Понял, да? Подведем итог всей этой херни. Короче, конец связи, тогда все, давай, пока. Ну что? Ну, петух Макляка, блядь, ему доброе дело сделали в натуре, а он вот что-то обосрался. Че, видос заканчиваем, стрим продолжаем.